Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами вновь на вкусной кухне пиар-бара, и с вами я, шеф-повар Валерий Ковалев. Сегодня мы приготовим с вами форшмак из селедки. Блюдо интересное, на мой взгляд, много вариантов тоже у этого блюда. Но мы возьмем классический с добавлением, то есть опять же своей какой-то дополнительной истории от себя. Для этого нам понадобится селедочка, я ее предварительно разделал. Нам понадобится репчатый лук, нам понадобится сливочное масло, ну и я там подготовил немножко перильного яйца. Мы нашу селедочку нарезаем, мы ее все равно будем пробивать ручным блендером, поэтому форма нарезки нам не принципиальна. Я наш пассированный лук тоже отправляю сюда, к селедке. Лучок. У меня сливочное масло, оно стало мягким, комнатной температуры. Добавляю нашего бальзамического уксуса. Я добавил кислоту, то есть я немножко добавлю сахара, чтобы все это дело сбалансировать. Все, у нас погружной блендер, и мы все это пробиваем в однородную массу. Я вот взял вот такой вот черный хлебушек. Вот у меня соусница. Я туда выкладываю наш форшмак. Я сварил перепелиное яйцо. Для декора добавлю немножко перепелиного яйца. У меня зеленый лучок, селедочка, да, зеленый лук. Все это дело сочетается. Вот так вот даю я лучок. Гренки наши и форшмак из селедки готово. Все, наше блюдо готово. Форшмак из селедки с бальзамическим уксусом. Приятного аппетита и ждем вас в гости.